Тариф все-таки повысят, а еще считать будут не в кубометрах, а в килограммах. Сегодня на общественном совете при министерстве ЖКХ впервые озвучили новые нормативы накопления мусора, по которым будут платить кировчане. Напомним, что недавно областной суд признал необоснованными нормативы, на основании которых сейчас считается плата за мусор в Кирове. Министерство ЖКХ, судя по всему, оспаривать решение не собирается. На общественном совете сегодня представили нормативы, которые измеряли в 2018 году. Они, скорее всего, и лягут в основу нового тарифа. Как и ожидалось, цифры, посчитанные с квадратного метра и с человека, гораздо больше нынешних. Мы видим, что у нас по итогам проведенных замеров произошел рост наряду с действующими нормативами. Рост этот составил от 14 до 20% по разным категориям обрабатывателей отходов. Вот. Ну и у нас и стоит задача на сегодняшний день и в текущем году, да, все вы знаете, там, что есть решение областного суда. И на следующий год одна из главных задач правительства – это не допустить рост оплаты граждан. Ну, по какой-то категории там принять меры к тому, чтобы все-таки произошло снижение. Как будем платить с квадратного метра или с человека, сегодня не озвучили. Замеры будут делать и в этом году. Проект должен будет пройти несколько экспертиз. Обсуждать тариф можно будет и на общественных слушаниях. Первое повышение тарифа прогнозируют на январе 2020 года. Также сейчас рассматривается вопрос расчета не в кубических метрах, а в килограммах. Но для этого нужно, чтобы внесли изменения в федеральный закон.